Доброе утро! У нас сегодня праздник. Этой девочке-красотке исполняется 7 лет. Совсем большая стала. Проснулась она вот с такими шарами. Сейчас пойдем пить чай с тортиков, да? У нас на улице сегодня облачно. Вчера дул какой-то вот ветер. И облака, и обещают даже дождь днем. Вот так, на пару часов. Ох, жаль, конечно. Но мы планируем пойти куда-нибудь, в какой-нибудь парк. Так, у нас здесь набор сладких десертов. Это творожно-ягодный десерт. Это вот такой. Именинница. Дальше у нас есть панакота карамельная. Также у нас есть десерт панакота ягодная. И еще и торт. Вчера купили панчо с вишней. Вот такая свечка. Вчера такой прикол был в магазине. Я взяла свечку, подхожу на кассу, кладу и смотрю, пятерка. Ну, я как бы осознанно взяла 5. Потом думаю, какой 5, Алисе уже 7. Вот так быстро летит время, да, Алис? Я всю пятерку беру. 5 в этом году будет уже Кириллу. Давай, ешь вишенку. Отойди, пожалуйста. Скажи. Так, и вот на место вишенки мы ставим цифру 7. 5. Хочу, чтобы все жили счастливо. Про себя. Happy birthday! С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, пой, Алисе, с днем рождения, Алисочка, с днем рождения тебя. Все, загадывай, задавай. Пчи. Ура! Ура! На улице льет дождь, мы готовы. Сейчас поедем в торговый центр развлекаться. О, дождик-то уже закончился. Может, так свежо, тепло. На улице тепло, но в кофточках хорошо. Кирюха, сегодня иди, сколько? 17 градусов. День просто... Так, мы приехали в сеть батутных центров «Космос». В детской комнате оставаться мы не стали, там было миллион просто народу. Приехали на часок попрыгать на батутах. Алиса захотела сюда. Разминаются. А, разминка делают, да. Да. Ну какие все стройные здесь, вот куда мне надо, да? Да, мы не залазим. Все строго здесь, в джинсах нельзя. 400 рублей час. Алиса будет прыгать. Как раз то, что ей нужно. We'll be right back.
напрыгались, мокрые до трусов просто насквозь, Алиса. А приехали мы пока поесть в тарелку, это такая столовая. Ресторан быстрого питания. Продолжение вечера. Вот такая красивая зеленая стена. И самолет летит, истребитель. А здесь у нас еще более красивая красота. Мы идем в кафе. Который под названием Мияги. Да? Я это не знаю. А вот здесь деревья с абрикосами. Она вот они. Зелененькие маленькие абрикосики. Похоже на сливу, но это абрикосы. А может, слива. Фиг его знает. Это тебе. Пока мы идем в ресторан, в кафе, у нас тут целая семья. Вот она вылезла. Рожки. Мам, там жук сидел. Рожки, голова. Они как семечки вот тут раскиданы. Их в траве, вон там очень много. И по всей дороге. А вот тут прям в асфальте, посмотрите, вырыли из-под земли в щелочках, вот между плиткой. Вот такие вот кучи. Ничего себе. Какие-то странные, да? И везде, вот они, улитки. Это муравьи. Ну что, я в своем репертуаре. Каждый год я подтверждаю звание свое Ванге. Выбирала я... Наоборот. Нет, почему? Это очень... Это, посмотрите, какой ассортимент богатый. Я очень долго всегда выбираю. Ну что вы думаете, я выбрала лазанью, и ее нет. Бинго, я попала. У меня как рулетка, посмотрите, сколько вероятность, какова, да, заказать что-то другое. Но нет, я выбираю именно то всегда, чего нет наличия. Супер. Как это называется? Пенальти. Пенальти. Это называется неудача. Пенальти забито. Да, я умею, практикую. Могу. Тогда, наверное, вот что-то такое. Тихо! Давайте скорее, остывает пицца. Это сырные палочки. Здесь, в общем, пир живота, а я, видите, как сижу. Буду смотреть на облака, так как нет лазаньи, наверное, это знак свыше. Худей, Юлечка, нельзя тебе есть. Какие красивые облака плывут. У меня, кстати, джин-тоник. 100 лет не пила. С детства не пила. Нам принесли корн-доги. Видите как? Я думала, там в порции одна, а здесь аж 4 маленьких сосиски. Но тут, наверное, 2 целые, их напополам разделили. Вот это порция. Вау. Пицца вкусная? Очень. А рис? Рис том-ям с креветками. И с курицей. Это мои спринг-роллы с креветочкой. Мы их, кстати, ели с тобой. Да? Либо во Вьетнаме, либо в Таиланде. Да, это же как в рисовой бумаге завернутое. Спринг-роллы заказывали точно. А, они такие. Да, такие тоненькие поджаренные блинчики. С днем рождения! Ура! Такое желание. Это у нас будет. Ура! Спасибо большое. Пока.
Сейчас тебе, хочешь тебе? Алиса, поздравили, принесли вот такой десерт. Вау, какой красивый цветочек. Цветочком. Ой. Ой. Ну ничего страшного. Сейчас, не надо, не поднимай. Потом новую. Интересно, а что это за десерт из меню, если посмотреть? Вон там. Я хочу нажать. Так, Алиса пробует десерт. Я не знаю, что это за десерт. Похож какой-то на красный бархат, по-моему, нет? Какой-то он красный. С чем он? С шоколадом? Сейчас тебе, Кирюш. Сейчас я тебе даду. Сынок, сейчас тебе нет, даду. Это не шоколад, мам. Не надо, это какой-то... Просто махать и все. Вкусно. Ну-ка, дай-ка я попробую. Ну-ка, снимай-ка нас. Какой-то такой... Мне кажется, кексик. Это красный бархат. Почему? Потому что он бордового цвета. А, да? Ну да, вот. Красный, вишневый, что ли? Да, это вишня. По вкусу мне кажется, что это вишня. А я видела белую вкусно? Игрушку. Попробуй. Сейчас Кирюшке тоже дадут. Сейчас, да, Кирилл. Сейчас я тебе даду. Он очень вкусный. Но он вкусный. Очень. Вкусный? Кекс. А белое можно мне попробовать? Белое. Да, можно. Давай я съем. Зови. Всем добрый день! Сегодня у нас понедельник. И мы заходим в студенческий сквер. Находится он прямо напротив Черноморского училища имени Нахимова. Мы идем пешочком, 10 минут, мы здесь. Мы уже успели съездить с утра сейчас на рынок, закупились продуктами, клубникой, овощами. Цены на овощи уже упали, кабачки уже 75 рублей, цветная капуста 80. Вот ешь не хочу. Такая прелесть. Я купила 2 вилка. Ну, в общем, купили всего. И вот здесь такой прекрасный фонтан. Погода теплая, но ветер холодный. Поэтому мы в тоненьких кофтах, в ветровочке. Вот такая красота. В Москве тюльпаны только распускаются, а у нас уже розы вовсю здесь цветут. Смотрите, какие шикарные бутоны. Такая вот большая кустовая роза. А запах прекрасный. А у нас на Урале сегодня ночью были заморозки, снег, град. Вчера. Представляете, какая погода, какой май. В Москве тоже погоды нет. У нас хорошо. Самое главное, это нет дождя. Мы сейчас, когда проходили мимо училища, там прозвенел звонок, и горн проиграл. И голос говорит: закончить занятия. А в этом скверике, видимо, они вот выходят погулять, провести время. Посмотрите, какое небо, как будто это горы, посмотрите, вообще, как будто это горы. О, боже, такая красота, смотрите. Такая полоса, как будто нарисована красками. Вообще не настоящая, как будто это фотообои, вот там стена. Вот это красотень. Ну, вот такой скверик небольшой, и он выходит сразу же в Парк Победы. Вот мы сейчас выходим поющему фонтану и пойдем вниз к морю. Вот она, природа Крыма, сиреневые, желтые цветы и, конечно же, маки красные. И везде хвойные деревья, поэтому мы ездим сюда за свежим полезным воздухом, чистым, сосновым, еловым. А вон целая поляна маков. Пойдемте туда посмотрим. Алиса, забери, сколько маков. В этот раз, когда мы ездили в парк Тайган, поле маковое почему-то было пустое. То ли их, знаете, все скосили, то ли что случилось, но маков там больше нет. Но зато вот здесь есть. И голуби вон какие красивые белые там. Вот такая хвойная поляна. Все в иголочках. Как приятно здесь
в жару спрятаться в тени. Скворечник. И шишки. Вот где надо поделки делать. Шишки какие хочешь. Вот большие, огромные. Вот маленькие, кругленькие. А вот валяется шишка. Вот такая шишка. Вот маленький. Понедельник, красота, никого нет. Только мамочки с детьми. Скамеечки в тенечке под соснами. Белочки, интересно, здесь есть? Здрасте. Здрасте. Такой шикарный куст розы чайной. Пахнет очень вкусно. Ой. Наконец-то запах настоящей розы я почувствовала, как в детстве. Опять пролетел такой звук, аж ничего не слышно. Ну что, вот моя цветная капуста за 80 рублей. Здесь перчик по 200 красный. Помидоры по 180, что ли. Все пучки любой зелени, ну не любой, по крайней мере, петрушка, укроп и лук по 25 рублей. Вот такой большой пучок. Так, что у меня здесь? Обычный лук, круассаны, печеньки детям, хлебушек. Хлебушек. Короче, что я буду сейчас делать? Добавлю сюда кабачок, цветную капусту, морковку, картофель. Все это сварится. Разомну. Здесь, так как блендера нет, разомну толкушкой и добавлю плавленый сырок. Отличный будет суп. Вкусный. И зелень еще добавлю. И очень быстро. Мы очень голодные, а нам уже пора на сон час. Также я купила рис для плова. Вот такой. Купила для горохового супа горох. И, конечно же, что у меня здесь? Здесь у меня копченые ребра, куриная грудка. Это все это на плов, это на суп. Торт еще остался, фрукты еще остались. Вот клубничка. Короче, везде клубника одинаковая, хоть по 230, по 240 и по 300. Вся она одинаковая. Здесь сосисочки с мясного рынка, два вида. Ну вот, пока что все. Пора уже на разгрузочные дни после таких праздников. А еще 30 числа у мужа день рождения. Так что неделя на похудение у нас есть. Все, начинаю готовить. Картошка, кстати, вот молодая, мытая, чистая. То есть можно варить в кожуре. 70 рублей стало стоить, подешевело. Пока тебя не было. Под звук пролетающего истребителя.
мы выходим на вечернюю прогулку. Вот он над нами. Это не истребитель? Теперь перешагивай туда-сюда. Ура! Наконец-то свободная качель. Мы дошли до набережной. И здесь закат. Красивый. И волны. Нет, все уже по домам спрятались, всех сдул ветер с набережной, все спрятались дома. Ой, какой запах. Набережная Аквамарин новая. Ну, набережная Аквамарин, а что? А я пошла другой дорожкой, а здесь такая красота, скамеечки под навесными растениями, смотрите. Это класс. Здесь сиреневая, дальше белая. Садись на скамеечку, я тебя сфотографирую. Смотри, как красиво. Садись, пожалуйста. Вот такие шапки. Смотрите, они как бомбошки висят, как шарики. Красота. Слушайте, ну запах здесь очень сильный. Этим илом невозможно, то есть его надо чистить, куда-то убирать. Фу. Маска с кислородом. Да, кошмар. Фу, даже сирене помогает. Все очень красиво, но пока что запах такой стоит. Ну что, мы дома, дети моются, а я приготовила быстро-быстро ужин. У меня здесь молодая капуста, молодая картошка, морковь, петрушка и укроп. Все это я поджарила, как овощную рагу, оно уже готово. Отварю сейчас сосисочки. Здесь у нас перчик, помидорчики, огурчики и клубничка. У меня кефир. Так что всем приятного аппетита и спокойной ночи. Муууу.